Морковь. 192 морковь – одна из самых популярных овощных культур. Среди многообразия сортов особое место занимает лосино-островская. Ее преимущество – отменный вкус корнеплодов, их универсальное применение и продолжительное хранение при минимальном уходе. Описание. 266, казалось бы, морковью никого не удивишь. Однако разнообразие сортов и гибридов этого яркого, вкусного и полезного овоща поистине поражает. Среди наиболее интересных и необычных разновидностей особенно выделяется мини-морковь. Последнее время. 496. Чтобы морковь порадовала вас богатым и полезным урожаем, требуется знать некоторые секреты ее выращивания, а именно. Какие удобрения и когда применять при посадке этого популярного овоща. Как подготовить почву. 197. Фиолетовая, сиреневая, синяя морковь удивляет не только цветом, но и полезными свойствами, она содержит множество витаминов и микроэлементов, используется как лекарственное средство, помогает при похудении. Сегодня вы узнаете о достоинствах. 261. Морковь – полезное, неприхотливое, рентабельное двулетнее растение. Корнеплод употребляют в свежем виде, консервируют, термически обрабатывают. Сегодня расскажем, как вырастить качественные корнеплоды и какие принимать меры, чтобы повысить урожайность моркови. Какова? 184. Сибирский климат требует не только грамотного ухода за растениями, но и районированного подбора семенного материала. Сибирские агрономы ежегодно выпускают новые устойчивые к климату региона семена, однако огородники настороженно относятся к 229. Морковь присутствует в рационе многих людей практически ежедневно, в составе первых и вторых блюд, салатов, запеканок, пирогов. Сок из оранжевых корнеплодов любят дети. Но мало кто знает, какую пользу. 219. При выращивании моркови единственное, что огорчает начинающих огородников, это необходимость частого прореживания культуры. Семена овоща слишком мелкие, весьма хлопотно расположить их в борозде на нужном расстоянии, что приводит к 177. Утрата сексуальной силы – один из самых сильных страхов мужчины любого возраста. Чтобы сохранить потенцию, они используют аптечные препараты, которые часто имеют большое количество противопоказаний. Лучшим решением будет обратить внимание. 314. Спелый корнеплод моркови оранжевый снаружи и внутри. Но часто бывает, что на огороде вырастают корнеплоды не с оранжевой, а белой или бледно-желтой сердцевиной. Собрав такой урожай, дачники задумываются, безопасно ли? 3. Популярные разделы «Цветы розы» актуальны зимой, популярные статьи. Поиск по сайту найти.